Так, ну все, Twitch снова заработал. Что-то гофнулось все. Так, у меня еще 4. И вот у меня еще завезли Черного Рыцаря. В принципе, неплохая такая дечка. Вот предлагают третий килл команд или предлагают в лейт мне завести Огра. Хотя лейта у меня вроде бы, в принципе, неплохо. Овца... Не хочу брать овцу вообще никак. То есть, либо килл-команд, либо Огр. Килл-команда уже два есть. Третий, может быть, даже будет перебором на самом деле. А вот Огр может... Огр очень хорошая шестерка. 6-7 статы, тем более в лейте у меня, ну, не так... Ну, разве что Квалдир... Ледяной Черный Рыцарь — это такое себе, больше для контроля. Ну, то есть, наверное, все-таки даже есть смысл взять Огра. Так, и вот тут смотрим.